преддверии весенне-летнего сезона каждый фермер или судовод задумывается о приобретении или обновлении оборудования для работы с грунтом. И в бренде «Кайман» есть широкий ассортимент подобного оборудования от легких культиваторов до средних и тяжелых мотоблоков с навесным оборудованием. Всем привет, я Вадим, и сегодня у нас на обзоре самый легкий из культиваторов в бренде «Кайман» модель SuperTiller MB25H. Ну давайте поговорим кратко про его основные характеристики и ключевые особенности. На данной модели стоит двигатель Honda GX25 объемом 25 кубических сантиметров. Это компактный и мощный четырехтактный двигатель. Рабочая ширина у данного культиватора составляет 280 мм. Максимальная рабочая глубина 225 мм. На данном культиваторе стоит червячный редуктор. Он имеет компактные размеры и приличный крутящий момент для работы именно на легкой пахотной почве. Вес культиватора составляет всего 12 кг, то есть он с ним без проблем справится оператор любой именно физической подготовки, даже женщина. Культиватор имеет удобные складные рукояти. Данный культиватор без проблем можно перевести в багажнике любого автомобиля и также удобно хранить в гараже. По сути, это удобная и механизированная замена лопати, потому что он легкий, компактный, с ним можно вспахать любую грядку, можно даже перед сезоном подготовить грунт в теплице, когда вы только собираетесь сажать рассаду, ну и в принципе в любых местах, где требуется именно подготовить небольшой участок земли. Для данного культиватора можно приобрести отдельный комплект насадок экстра. Это комплект, в котором есть вычесыватель, для того, чтобы можно было сразу, помимо именно работы с грунтом, вычесывать ваш газон. В том числе есть окучник небольшой, маленький, который устанавливается сзади, фрезы с 6 лепестками, которые позволяют более интенсивно перемалывать грунт, и в том числе и подрезчик кромок газона, когда вы можете выполнять в том числе декоративные ландшафтные работы. Конечно, на такой культиватор не надеть ни плуг, ни любое другое тяжелое навесное оборудование, потому что для этого существует отдельная категория мотоблоки. Это все-таки культиватор. У него более скромный и минимальный объем задач. Мы рекомендуем данный культиватор для участков с общей площадью работ до 6 соток. Вот такая компактная модель начального класса в ассортименте культиваторов Кайман у нас была на обзоре. Если она вам понравилась или захотите ее приобрести, можете перейти по ссылке в описании или посетить наш дилерский центр и изучить ее непосредственно вживую. Так что данное и любое другое оборудование вы можете приобрести, посетив наши сайты или дилерский центр, расположенный по адресу Московская область, Ленинградское шоссе, владение 29Г. С вами был Вадим, удачных вам сезонов, пока!